25 июня в областном молодежном центре «Химик» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодежи. Старт праздничному шоу был дан, когда перед молодежным центром начали свою работу интерактивные площадки. Паркур, гиревой спорт, граффити, молодежная фотобудка, площадка настольных экспресс-игр, живые скульптуры творческого объединения «Два театра» и многие другие. Громкими выстрелами площадка исторической реконструкции стремительно привлекла внимание гостей и прохожих к празднику. По-настоящему зрелищным было выступление омских паркурщиков, которые искусно преодолевали полосу препятствий и смельчаков. Сегодня достаточно весело. Не ожидал, что столько людей придет. И много интересных площадок. Вот я вижу паркур, BMX. Они показали, что умеют. Было интересно смотреть. А что больше всего понравилось? Больше всего понравилось, как прыгали через людей, и то, что даже нашлись добровольцы с народа, с толпы, которые легли, да, и я попробовал. Очень хорошая, теплая атмосфера, очень много ярких личностей было представлено, они показывают свое творчество, это очень здорово, интересно. Что понравилось? Наверное, понравилось все в некотором плане. И вот BMX были очень интересные, и цирковые площадки тоже, пели ребята очень хорошо. То есть все классно, здорово. В фойе молодежного центра расположилась фотовыставка «Молодежь в лицах», на которой были представлены фотографии победителей всероссийских, региональных конкурсов, а также молодых людей, активно участвующих в реализации молодежной политики. Празднество продолжилось на главной сцене. Всех присутствовавших поприветствовал и поздравил с наступающим праздником министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус. Желаю получить в эти дни позитива, посетить все площадки, которые будут проводиться и в городе, и в Омской области. Ну и сегодня очень приятно, что мы будем награждать достойных наших молодых людей, молодых специалистов. На сцену один за одним поднимались лучшие специалисты в сфере молодежной политики, которых Александр Фабрициус торжественно награждал благодарственными письмами и почетными грамотами. На этом праздник не закончился. Творческие коллективы, студотряды, общественные объединения и победители областных молодежных конкурсов 2014 года представили свои лучшие номера. Я считаю, что наша молодежь в нашем омском регионе очень талантлива, очень одаренная, и хотел бы пожелать им успехов, продвигаться, быть креативными, быть позитивными и постоянно улыбаться и смотреть только вперед в будущее.